Япония, Одесси. Там жители области смогут получить грантовую помощь от правительства страны восходящего солнца. Особое внимание уделят проектам в таких сферах, как медпомощь, образование, поддержка нуждающихся, общественное благосостояние, окружающая среда. Безвозмездный грант предоставят неправительственным организациям, больницам, начальным школам, исследовательским институтам. Цель оказания помощи для выполнения проектов развития. Подать заявки можно до 27 марта. Подробнее об условиях получения гранта можно почитать на сайте Горсовета.